В Восточном Казахстане началась регистрация кандидатов в депутаты Сената. В Верхней Палате освободилось одно место для представителя региона в связи с разделением территории на две области. Сейчас на это место претендуют 5 человек. Двое уже прошли регистрацию. Напомню, выборы указом президента назначены на 14 января. Все выдвинутые кандидаты – это мужчины. Средний возраст – 52 года. Самому молодому 44, самому наибольший возраст 61 год. Областной избирательной комиссией проведена процедура по установлению соответствия требованиям кандидата, предъявляемым законодательством.